Одесских врачей, профессионально и слаженно оказавших помощь пострадавшим во время столкновений 2 мая, отметили почетными грамотами, цветами и именными часами представители обладминистрации. Многие служители панацеи заметно волновались. Так называемую Одесскую «Черную пятницу» медики вспоминают не без содрогания. За их практику Одесса не знала похожих медицинских прецедентов. Людей доставляли одновременно и с ожогами, и с черепно-мозговыми травмами. Сначала один, второй пораненный, один убитый, второй. А количество пострадавших, к сожалению, росло. И буквально все скорые помощи города, а также коллеги наши из службы интенсивной Святой Екатерины были включены в процесс. Врачи в тот момент о собственной безопасности не думали, но риску они подвергались большому. Медики рисковали, потому что медики оказались первыми на Греческой площади, где, естественно, все это видели, летели камни, летели разные предметы, люди были некоторые агрессивные, вооруженные, приходилось и забирать пострадавших у этих людей. У приглашенных в обладминистрацию было одно пожелание – чтобы больше подобных награждений не было. В том смысле, чтобы не случилось подобных событий, после которых пришлось вручать такие почетно-печальные награды. Всеволод Ананьев, Виталий Прус, Думская ТВ.